С 5 июня в округе можно подать открепительное заявление для голосования по поправкам в Конституцию. Сделать это можно как удаленно, через госуслуги, так и обратившись лично в МФЦ. При этом заранее записаться на прием в многофункциональный центр не надо. Запускать в здание всех желающих подать заявление будут по одному со средствами индивидуальной защиты. Также необходимо соблюдение социальной дистанции, как в помещении, так и при ожидании своей очереди на улице. При входе в здание МФЦ необходимо будет сообщить цель визита. Сам процесс подачи заявления весьма прост. Вы можете его заполнить как сами на бумажном носителе, так вам может оказать помощь специалист МФЦ, который будет принимать заявление. Самый удобный и простой способ, который будет практиковаться, это заполнение соответствующего заявления самим специалистом МФЦ в нашей автоматизированной информационной системе. К заявлению прилагается, а точнее показывается, только документ, удостоверяющий личность заявителя. Это паспорт. Напомню, что у жителей округа, у которых закончился срок действия паспорта с 1 февраля и по 15 июля включительно, могут голосовать по этому документу.